Западные соседи не выстояли. То, что Украина сегодня – это полигон, на котором решается судьба, отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все. Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но уже фактически воюют на ее территории. А уже не опосредованно. А власть опустилась до сделки с Западом, обменивая оружие на жизни украинцев. Больно это видеть, но давайте абстрагируемся, посмотрим на свершившееся философски. Кто в этом новом витке противостояния между Западом и Востоком стал сильнее? Кто? Не мы, но и не они.